9:15 утра. Солнце уже взошло пару часов, как даже жарить стало. Подходят шашлычки. Еще минут 10-15. Хоккей будет. Вот мой домик. Конденсат. Сушить надо тент. В целом шикарно, конечно. Шикарный домик. По сравнению с тем, что был, конечно. Хорома прям. Класса люкс. Второй выход. С этой стороны. И что-то. Вот так вот надо. Сюда вниз. Открывашка. Комары тут лютуют. Ну, комары штук 5 попало и все. Система суперская. В общем, вентиляция сбоку. Кармашки. Чисто летняя палатка, конечно. Летом они очень хороши. Зимой, конечно, из-за вентиляции. Тут дырка посредине сеточек. Холодно будет. Хотя, если горелку кверху поставить, может быть. Ну и где я нахожусь? Я нахожусь на острове. Вот тут дорога протоптана. Вот этот остров. Временно теперь обитаемый стал. Вон рыбы. Можно даже их прикормить попытаться. Может вылезет. Ночью они спокойные были. Сейчас шугаются. И с другой стороны тоже протока. Класс люкс вообще. Возьмем. Да, можно даже так слегонца полить, чтоб не горели. Это не основная протока. Это так себе. Ответвление основная вон. Вон там. Прыгать я не хочу. Рисковать. Вон там течет основная. Я хочу помыть руки, помыть лицо. Ночка была, если так, веселая.